Друзья, всем привет. Ну вот смотрите, короче, что я буду кушать. Это, короче, кролик. Вот, кролик, тушеный кролик. Картошечка пюре и подлива. Короче, буду кушать картошечку пюре с кроликом и подливой. Вот такая вот красота. Смотрите, кролик какой. Замечательный кролик, красивый. Вот такая вот картошечка с подливой. Картошечка пюре. В общем, вот так все красиво, замечательно смотрится. Вот, друзья, будем сейчас с вами кушать. Смотрите, какая вкуснятина. Это просто сказка, друзья. Это просто волшебно. В общем, друзья, если вы тоже сейчас кушаете, присоединяйтесь к столу. Давайте вместе покушаем. Приятного вам аппетита. Друзья, давайте кушать с вами. Это объедение. Эту красоту. Картошечка. Пюре с кроликом. Кролик хороший, мягкий. Так, друзья, немножечко посолю, чуть-чуть совсем. Чуть-чуточку. Вот так. Друзья, у нас жара стоит невыносимая вообще. Ну как, мне нравится, когда жарко. А вот маме моей не нравится. Да? Туда не ход, не даже, я все. Тебе не нравится, когда жарко? Нет. Ты любишь больше, когда холодно? Да? Нормально. Вкусная, это такая чесночная подлива, да? Угу. А щедру мало взяла, возьми. Не, нормально.
Да, кролик очень мягкий получился, прям такой нежный. Кролик тоже из Белгородской области, да? А, со Ставрополья, да? Я ломала, я не кусала. У меня есть. Можешь доесть. Друзья, этот кролик со Ставрополья, со Ставропольского края. Нам оттуда привезли. Кольчатина. Такой мягкий, нежный получился, друзья, вообще. Очень вкусный. Друзья, вкуснятина. Очень вкусно с картошкой пюре сочетается вообще. Картошечка пюре с подливкой. До обедения, друзья.
вкуснотища, друзья. Какая вкуснотища. Это правда. Не описать никакими словами. Очень вкусно. Друзья, ну все, я скушал, вот пустая тарелочка. Спасибо вам за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Все, друзья, всем пока.